Капитальный ремонт в средней общеобразовательной школе номер 18 города Акибастуз начался 24 июня, а также должен был завершиться 24 августа. В целом ремонтные работы ведутся по трем направлениям. В общем, на капитальный ремонт школы были потрачены свыше 148 миллионов тенге, а именно это капитальный ремонт кровли здания, замены окон и дверей, ремонт водопровода и канализационной системы. По словам директора школы, на сегодняшний день полностью завершены работы по ремонту канализации и водопровода, заменены двери, идет установка стеклопакетов. В целом, директор школы заверяет, что объект будет готов к новому учебному году. У нас на сегодняшний день остался блок младших классов, а именно окна. Рамы все на месте. До начала учебного года ремонт школы закончится, и все ученики придут в школу и будут учиться в своих классах. Ремонтные работы находятся на контроле рабочей группы регионально-общественного совета по вопросам здоровья нации при Павлодарском областном филиале партии «Аманат», члены которой обеспокоены тем, что работы задерживаются и идут не по графику. Отметим, что генеральным подрядчиком работ является товарищество с ограниченной ответственностью КАЗ «Еврострой». Давайте сразу договоримся, вы уже не первый раз на рынке, чтобы все-таки, как обещали, 28-е, 4 дня плюс с момента. Вот они же говорят, вашего графика, да? Еще 4 дня, плюс 26-го у нас тут будет большое совещание с присутствием, с присутствием акима города. Ну, обязательно я приеду сюда, Анара Ахметовна. Потому что именно этот блок, школа, образование, здравоохранение, это наш блок. На сегодня представители подрядной организации работают две смены. Заверяют, что к 28 августа работы будут полностью завершены.